В 2022 году в полицию обратился представитель отделения финансовой организации и сообщил, что при инкассации выявлен факт приемки банкоматом поддельных денежных купюр, а настоящие деньги в сумме 450 тысяч рублей похищены неизвестными. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В этом году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска северо-востока столицы установили подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое приезжих в возрасте 30 и 39 лет. Один из них был задержан полицейскими по месту жительства в Ростовской области. По версии следствия, злоумышленники заранее приискали банкноты номиналом по 5000 рублей, схожие с оригинальными. Используя маски и сменную одежду, они проследовали к банкомату и внесли неплатежеспособные деньги на счета, оформленные на третьих лиц. Поддельные купюры были приняты, а сумма зачислена на счет. Затем в находящемся рядом банкомате соучастники обналичили 450 тысяч рублей уже настоящими купюрами. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй фигурант ранее уже был осужден за аналогичное преступление и в настоящий момент отбывает наказание в одном из правительных учреждений.